Всем привет! И сегодняшнее видео о том, как поменять лампы на автомобиле Volkswagen Passat B6. Сейчас покажу, что для этого нужно сделать. Ну вот, чтобы добраться нам до крышки, нам нужно открыть вот этот вот, то есть блок, вот сюда поставить лампу. Чтобы лампу сюда поставить, здесь места практически нет, бачок мешает, снимать его в принципе нереально. Ну, вот посмотрим, что с другой стороны. У нас тут. С другой стороны, здесь чуть побольше места, но все равно стоит блок. Ну, вот блок этот, вот эта крышка, она даже не вытаскивается. В общем, чтобы добраться до сюда и достать там лампы, сделать замену, нам нужно фары освободить, открутить, то есть вот они крепления, и подвинуть бампер. Снимаем сначала бампер. Откручиваем вот эти винты. Вот здесь вот они стоят. Ну вот я уже открутил вот эти два винта на фаре и вот эту решеточку. Вот. Но все равно фару снять не удастся, подвинуть, пока мы не открутим. Вот здесь вот еще находится под фарой, вот здесь вот крепление. Вот. Для этого нам нужно открутить вот в этом месте. Вот в этом месте. Здесь находится крепление бампера. Вот, сейчас я покажу. Ну, чтобы добраться вот до сюда, вот, вот здесь вот два болта, две гайки, вернее, нужно нам защиту открутить. Я открутил защиту. Ну, два крепления снял. Вот здесь и здесь. Вот. И чтобы не снимать полностью защиту, немножко отгибаю. Вот, и сейчас я вам покажу. Так, не видно. Сейчас покажу. И вот нам надо открутить вон те вон два винта. Вон он один и вон второй. Это вот то, что крепит бампер. Сейчас будем откручивать. Ну вот такой вот сделал я длинный такой ключ, чтобы туда достать. У меня там оказалась гайка на 10. Вот. Ну и вот отсюда мы откручиваем. Вот. Вот одна открутилась. Ну вот откручиваем. Ну, чтобы еще снять этот бампер, надо снизу еще открутить. Сейчас я вам покажу. Снизу бампера вот эти вот винты. То есть вот он винт один. Вот. Ну и вот так вот по кругу всего. По кругу всего бампера. Именно снизу. Откручиваем винты. И дальше снимаем бампер. Ну вот бампер снял. Сняли бампер. И теперь у нас появляется подход вот к этим местам. Вот эти вот штучки пластмассовые, они закрывают пластмассовое крепление. Вот его надо открутить. То есть вот тут вот три винта. Вот они. Раз. Ну вот, вот еще один. Вот он. И вот здесь вот третий. Вот этот третий. Вот их надо открутить, тогда вот эти вот снимутся. Вот. Фара крепится на четырех крепежных элементах. Это вот. Вот этот. Два сверху. Дальше вот он, вот этот вот, это спереди, и четвертый снизу, то есть под вот этим вот. То есть вот, в любом случае, чтобы добраться до фары, надо снять бампер. Вот как мы это сделали. Ну, вот она как получается, вот на воротах, это ближний, вернее вот это дальний, это ближний. То есть правая желтее, левая чуть-чуть белее. Вот, ну не очень, так сказать. Равномерно левая мерцает. Левая фара мерцает. Вот. Так, ну вот, снял я эту штучку. Вот она. Вот этот болт. Вот, ключом на 10. Откручиваем спереди фары. Еще один вот этот болт. Ну также на 10.
Также на 10 откручиваем. Ну вот, сняли фару, открутили фару, достаем теперь. Все, у нас теперь свободный доступ. Открываем вот эту штучку, чтобы не отстыковывать разъем. Вот, теперь у нас доступ появился. Вот она, лампа наша. Так, ну вот эти винты, которые там находятся, сейчас мы открутим их. Так, ну вот, открутили те винты аккуратнее, чтобы они не упали у вас. Вот, достаем кабель и лампу. Так, ну вот он, ксенон, с креплением сразу же. То есть удобнее снять крепление, потом его отстыковать вот так вот. Сейчас снимем разъем. Вот, и теперь после этого можем снять это крепление. Все. Ну вот, хочу показать разницу. То есть вот это Osram с левой стороны, с правой, ну это китайская, как она называется-то, китайская S3, которая была, так, S3 это, да, S3, и вот разница, да, вот смотрите, вот это вот Osram, этот шарик, он уже внутри белый, то есть где вот само излучение идет, здесь он еще прозрачный, то есть новое. Прозрачный. Ну, посмотрим сейчас, как будет светить. Так, ну вот одеваем аккуратненько вот это вот крепление. То есть здесь под разъем специально вот это сделано. Здесь нету. А, одеваем разъем. Надеваем разъем. Так, нет, он вот так стоял. То есть по-другому вы его не оденете. Сразу же можем эту одеть и одеваем вот эту вот пружину. Все, теперь вставляем. Так, тут это мешает. Чуть-чуть его двигаем. Так, и там разворачиваем его. Ну и вот, ставим. Затянули винты там на самой лампе крепления. Все, теперь дальше мы вот этот жгут вот сюда вот крепите на вот это вот крепление, чтобы он там не болтался. Дальше крепим крышку и фиксируем скобой. Так, что там? Вот, все. Все, теперь устанавливаем фару на свое место родное. Вот, и затягиваем в обратный посыл. На левой фаре также все открутили. Вот те же три и вот эти два. Вот это вот крепление. Вот, ну и теперь ее достаем. Да. А у этой фары разъем не дает достать. Разъем вот я вам покажу сейчас. То есть здесь надо обязательно отстыковать вот этот разъем, потому что он идет в натяг. Запомните, у левой фары отстегиваем разъем обязательно. Сейчас неудобно. Так, ну вот он, этот разъем. Вот я его отстыковал. Так, теперь достаем фару. Вот. Потихонечку. В принципе, эта фара полностью досталась. Вот. Ну и так же, как и на той, отстегиваем крышечку и выкручиваем винты. Вот. Ну вот тоже вот таким вот
таким инструментом откручиваем вот эти винты. Аккуратно, чтобы они туда не упали. Так, ну вот я поставил вот такой вот ксенон. Фару закрепили. Вот эти винты затянули. Вот, все готово. Теперь можно крышку устанавливаем. Вот, и ставим на место фару. Так, ну вот смотрите, как фары сейчас светят. То есть это изначально вот это ближний, вот дальний. Вот ближний. Ну, то есть не очень ярко, не очень светло. Ну сейчас посмотрим, что будет после замены. Так, ну вот как после замены. Это вот ближний, это вот дальний, это ближний, дальний. Да, стало ярче светить, получше. Вот, хорошо все. Ну, всем удачи в ремонте. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Успехов всем.